Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тудомпал. Так как вы помните, в прошлой серии мы начали отстраивать базу в Сабнафтике. И чё мне там в этой базе не хватает? Я хочу найти чертежи мотылька. Они нам очень пригодятся в жизни там и во всем остальном. Хотя лучше сначала я найду себе пищу. Вот мне лично надо бы рыбу-пузырь взять. Рыб-пузырь. Так, отлично. И еще что-нибудь скушать от тебя. Надо рыбку поймать. Так, отлично. Рыбку поймал. Все круто. Так. Вода. Приготовленная еда, рыба. Отлично. Сейчас покушаем. Идеально. Точно, я же хотел плакат повесить на базе еще. У меня только база тут появится. Так. Давай сплаваем. С какой у нас стороны была-то база моя? Вот она. Проходим. Отличненько. В принципе, я вот тут вот хочу шкафы с ресурсами наставить для начала. Ну вот, как-то так хочу я. Плакатик можно повесить. Давай сюда. Идеально. Взять постер, костюм, краб на суше. Идеальный постер у меня тут. Хорошо смотрится. Так. Нам надо эту. Как там шкаф делать, ну-ка. Могу вот эту штуку. Компостирует органическую материю в энергии. Лестница. Настенный шкаф. Может, нам радио еще надо будет починить все-таки. Я хочу шкаф сделать. Тупо вот сюда шкафы. Так. Собрать. Не надо собрать. Стенный шкаф. Открыть шкаф. Открыть. Вот. Ну-ка. Шкаф. Все. Сюда я сейчас свои припасы какие-нибудь приберу. Здесь у меня будет серебряная руда. Батарейка. Заряд 0. Шикарно. Серебряную руду сюда. Свинец можно тоже. Все дорогое уберу сюда. Так. Что еще я хотел? Я хотел... Ради маяк, мотылек. Угу. Надо бы... Вертикально соедините, не соедините. Да, в принципе, очень красиво и очень круто.
смотреть на подводный мир. Так. Но нам надо бы сейчас посмотреть ингредиенты ремонтного инструмента. Ремонтный инструмент. Как тебе сделать? Чертежи. Угу. Минуточку. Ремонтный инструмент. Пещерная сера. Резина у меня была. Вот она. Там эту серу пещеру найти. Пещерная сера, ты хоть как выглядишь? Так, ты серый? Нет, ты не серый. Так, ну кислород нужен. Так, серый, не серый. Искать пещерную серу мне надо. Которую хрен знает где. Так, кислородик. Отлично. Где там был? Где был? Если реально, где найти эту пещерную серу? И хоть как сера. Да. Сера, как бы ты могла выглядеть? Вот может сера-то. Вот это нифига не сера. О, зашибись. Еще я не могу найти эту серу. Так, это у нас что? Стойка. Что? New blueprint acquired. Что за стойка? За стойка-то доступна. Так, ну-ка, еще воздуха возьмем. Так, что у меня тут еще есть? Так, ты. Грави-ловушки. Грави-ловушка. Может, тут еще что лежит? Больше ничего сканировать я не могу. Коралл мне не нужен. Так, отлично. Это же как-то странно. Буду искать еще эту серу. Не везет что-то. Могу найти всю пещерную серу.
Есть какой-то коралл, давай возьмем. Так, еще занырнем. Шоколистый коралл. Не, не то. Так, сера. Привет. Вот это уже было больно. Так, где мне найти серу? Выглядит это серо. О, идите на кожу. Давай пустить кислорода. Так. Вообще ничего не пойму. Как эту серу мне найти или добыть? А может надо сделать серу? Может я туплю? Сейчас. Да погоди ты. Так. Сера. Термометр. Черная сера. Ёб мать. Искать придется. Еще поплаваем. Нам уже не тяжело ведь, так? Будем плавать и искать. Вот пещерная сера нигде не найдешь. Так, это здоровая трубка, это не наша. Так, еще замернем. Вот тут вполне возможно. Не, невозможно. Заколебался. Везде надо что-то искать. Что-то делать. Давай поплыли. Нерги. Вот тут точно что-то. Нафиг. Я быстро осматриваю это все, но пытаюсь как можно быстрее. Блин, надо сваливать. Так, ну-ка. Мне нужны пещеры, ведь так? Как найти пещеру? Идеальную пещеру надо найти. Пещерная сера. Интересное заявление. Seek fluid intake. Буду искать, что ж поделать. Блин, а вот тут вот уже глубина мне не нравится. Ч
Что это за коробка? Коробки. Фрагмент резака, ёп. Зашибись, я резак нашел. Так, давай-ка наружу побыстрей. Может, тут у нас есть пещерная сера или нет? Depth 90 meters, leading to an unknown environmental biome. Так, вот. Я нашел. Oxygen. Только мне кислорода бы побольше. Блин, не хватит. Не успеваю. Блин. Нет. Ну ё-моё. Офигеть, ты выжил. Блин, опасно в такие пещеры, конечно, погружаться. Следовательская миссия. Ты успеть все. И что ты, пещерная сера или что? Совсем не пищевая. А вот сейчас вот мне точно конец. Да, мне конец. О, блин. О, добро пожаловать на борт. Идеально, я дома. Блин, я даже не знаю, как это серо-то выглядит. Садали мне сказали, сделай. Найди пещерную серу. А как она выглядит? А, фиг его знает. Нам посрать. Мы тебе не будем помогать искать. Пещерная сера. Вот, чё, не сера? Так, кислород дай. Так. Известняк. Где вот моя сера? Правильно, нет никакой серы. Вот я только свинец сейчас нашел что-то. То странно. Вот, сера. Я-то думал, наконец, серу нашел. Так, ладно. Еще мне не лень. Серу искать. Или давай-ка сразу на базу, что ли? А базу мне, кстати, рядом с этой находится.
Ладно, оставлю это тело. Я пока не знаю, как добыть серу, друзья. Я попробую посмотреть, как ее добыть и где ее добыть. Что я даже не знаю, как она выглядит. Так вот у меня тут. Нет, не трогай. Шкаф. Серебряная руда. Золото, золото, золото. Золото, свинец, свинец. Так, ну в принципе можно. Погнали. Нам надо посмотреть, что же в той части Авроры варится. Прямо сейчас. Там радиация, говорят. Да, в прошлой серии меня там чуть не сожрали. Ну точнее, меня сожрали. Чё ж я тут врать-то буду. Все-таки где-то тут надо отключить радиацию, но я не могу понять, где именно. Блин, страшно. Фонарь, включись. Вот это очень интересно, что тут. Мы можем что-нибудь обследовать. Морского глайдера. Давай наружу, наружу. Тут ничего нет. Так это что? Опять фрагмент гравиловушки. Не затем посмотрю, что это за штука. Не затем посмотрю. Так, никто закрытый и открытый. Это закрытый. Тебе ничего нет. Офисный стол, ну нафиг ты мне нужен-то? Это пофиг, давай просканируем офисный стол. New blueprint acquired. Так. Везде вроде был. Так, а вот тут вот опять нужен резак, чтобы побольше полезного найти. А у меня резака нет. У меня есть его фрагмент. Так, ладно, погнали. Радиацию смотреть. Она тут где-то. Фрагмент двигателя циклопа. Круто. Ячейка. Фрагмент двигателя циклопа. Вот так подарочек. Кто? Достаточно много всякой полезной. Что за штука? Так, что у меня вот тут? Вот
Металлолом. Энергии 2%. Так, хорошее место, чтобы обследовать что-то. Ты, фрагмент мостика циклопа, шикарно. Стоп, батарейки. Странно, плохие батарейки какие-то. У меня что, нет нормальных? А, это энергоячейки, ё-моё. Это выбросить. Я тут думал, батарейки. Не путаем энергоячейки и эту фигню всякую. Да, ящик. Даже не знаю, где в принципе придется отключать. Можно рискнуть. Так, тенячек. Бешеная кука. Так, мини-островочек, да? Там радиация. Посмотрим чертежи. Лазерный резак, радиоманек, гравий. Используется, чтобы притягивать себе легкие предметы. Батарея. Надо будет посмотреть, что за штука и что она делает. Урна. Ну, да. Не столько. О, это что? Е, фрагмент мостика циклопа. Два из трех. Хорош. Еще поплаваем. Так, тебя я не смотрел. Батарея. Вот. Ой, блядь! Иди нахер. Иди по жопе дам. Я тебя уничтожу. Иди нахер. Первобытный. Вали вон отсюда. Вон отсюда вали. Сыкло. Конечно, у меня есть батарейки. Так, фрагмент двигателя циклопа еще лучше. Взять металлолом. Мне металлолом не нужен. Еще фрагмент двигателя. Чертеж двигателя циклопа шикарно. Есть его. Так, вкладка циклоп. Двигатель. Да. Офигеть, я уже что-то тут нормально так набираю. Это что, металлолом опять? Еще все кофейни. Так. Да, быстро я циклоп собираю.
Так, меня вот тут он сожрал. Среди ночи. Сейчас еще что-нибудь найду. Так, ну давай. Там еще есть. Что тут все так трясется? Мне же страшно, ё-моё. Тут монстр есть. Вот радиация. Как-то металлолом. А еще просканируем. Так. Наружу, наружу. Блин, это не наружу. Дай кислород, са. Не убивай меня раньше времени. Кислород. Я тут где-то видел его палубу еще одну. Вот она. Бегом, бегом. Я все смотрю. Батарея, отлично. Тут очень опасно, но это того стоит. Я уже идет четвертая серия, а мне еще немножко деталь, ну две детальки, и я соберу циклопа. Очень много всего, наверное, полезно. Так, кислородник, дай мне. Тут Левиафан. Лучше бы я отсюда свалил. Где моя радиация? Тут должна была быть радиация. Где она? Вообще ничего найти не могу. Не понимаю, чем где отключать. Радио чинить надо. Давно пора. Чинить радио. Так. Полезная штука. Тут очень много циклопа. Оксиген. Блять, Левиафан! Пожалуйста. Не трогай меня, мудак. Я, блядь, не смотрю. Блять, ну нахер. Все. Прогулка окончена. Дальше опасно, ребят. Не, мы уходим отсюда. Нам это нахуй не надо. Нас сожрет нахуй. Мы и так уже набрали достаточно материалов тут. Теперь надо съебывать отсюда. Блин, повезло. Он меня почти сожрал. Где везунчик? Блин, ну чё столько металлолом? Мне бы мотылька найти. Так,
Сейчас можно спокойно там плыть, возвращаться домой, поймать вот эту рыбеху. Потому что мне жрать нечего. Куда все? Штек поймай все равно. Блин, рыбу поймать не могу. Дожили. Наконец. Так. Вон там мой дом. Это просто жопа какая-то. Одним словом. Когда он меня там сожрал посреди ночи. Такс. Давай-ка. Кислородец. Тут приготовить рыбку. Немка, отлично. Vital signs stabilizing. Так, в принципе, все хорошо. Посмотрим чертежи. С циклопом все идеально. Штурвал есть, двигатель есть. Нам осталось только основное его добро найти. Основную его часть. Третий кусочек. И циклоп будет готов. Интересно, мне тут делать циклоп или где? Нет, мне его не тут делать. Мне надо найти... Так, мотылек. Вот этот вот переносный сборщик транспорта. Надо найти, изучить. Лазерный резак надо. Очень надо. Гравиловушка. Так, а можно мне батарейки сделать? Я могу сделать батарейки. За грибочками поплыли. Батарейка побольше. Давай, батарейки мне. Надо фигня батарейки сделать. Теперь эту штуку давай сделаем. Очень просто интересно посмотреть, что это за штука. Ее в деле посмотреть, что она делает. Ну давай, грави-ловушка. Скажи мне, что ты делаешь. Не могу рыбу так собирать. Удобная штука. Я не спорю. Очень удобная штука. Я так сейчас только жрачи могу себе добывать. Безумно удобно. Так, ладно. Отключись. Отключись. Ай, ловушка. Ты можешь отключиться. Или она будет работать до определенного момента, пока не сядет. В принципе, круто.
Ты поймать никогда не мог. Крайне ловушка. Легкие предметы. Часы ты рыба, час за рыба. Дыры хвост. Судя по всему, эту ловушку отключить нельзя. Ну и пофиг. Пусть работает. Она все равно рано или поздно сядет, пока у нее батарейки там готовленные. Ух, я все сейчас еды-то наделаю. Надолго хватит. Рыба-то сколько я наловил. Удобная штука, гравиловушка. Так, вот вода ты будешь. Так, идеально. Кушать. Vital signs stabilizing. Еще водички себе сделаю. Идеально. Идеально. Еще батарейки есть. Так, ладно. Погнали на базу. Не на базе сейчас. Выложу вещи. И мы закончим серию, да. Серия такая удачная вышла. Энергоячейка. Энергоячейка. Все то, что трудно найти, я сюда уберу. Аптечку мне, нифига. Так, ну в принципе все хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось это прохождение Сабнафтики. Надеюсь, вы ждете новых серий и будете их ждать. Я для вас стараюсь. Ну, как можно больше снимать серий Сабнафтики и еще чего-либо. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутемпаут. Всем до скорых встреч, всем пока.